Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ», в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Какими увидят усадьбы Немцевичи, костелы и церкви прошлых столетий наши потомки? В деревне Скоки прошел координационный совет по сохранению историко-культурного наследия Берестейщины. 22 года независимости и суверенитета. Казахстан празднует День независимости. Об открытости и общительности, о реальных делах и непризрачных планах элитарной структуры. Брестская городская организация «Общественное объединение Белорусский союз женщин» провела отчетно-выборное собрание. Для добрых дел всегда найдется время. Брестские мастерицы-рукодельницы проводят благотворительную акцию в помощь тяжело больным детям. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Или все о путешествии новогодней красавицы из леса в наш дом. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Сохранение историко-культурного наследия – вопрос актуальный во все времена. Восстановление и популяризация памятников культуры – важная составляющая воспитания подрастающего поколения и один из этапов становления любого государства. Поскольку от того, насколько народ может сберечь памятники истории и культуры, что после себя оставит потомкам, будет зависеть будущее всей страны. Вопросам реставрации и развития памятников культуры Брещины было посвящено заседание Координационного совета, состоявшегося в деревне Скоки на этой неделе. Наш корреспондент Анастасия Стропко продолжит тему. Заседание Координационного совета по охране историко-культурного наследия Брестского облсполкома состоялось 12 декабря в одном из реставрируемых в настоящее время объектов – музее усадьбы Немцевичей. Основным вопросом на повестке дня стало состояние и перспективы работы на историко-культурных памятниках. Место заседания выбрано не случайно. В 2002 году постановлением Совета министров Республики Беларусь Скоковский усадьбо-парковый комплекс был утвержден как приоритетный объект реставрации и началась разработка проекта. Сегодня, хотя сделано еще не все, комплекс уже стал приобретать черты настоящей усадьбы с богатой историей и могучей родословной ее былых хозяев. Мы начали работу по сохранению тех исторических зданий, которые связаны с развитием истории нашей Брестщины, еще начиная с 2005 года, то есть 2005 года. И тогда мы создали Координационный совет, в который вошли и наши лучшие люди, историки, и реставраторы, и ученые, которые занимаются этим. И с этого времени мы начали понемножку выделять деньги для того, чтобы сохранить вот эти памятные места. И надо сказать, уже сейчас можно смело сказать, что эта работа принесла хорошие результаты, тем более мы уже имеем прекрасную реставрированную браму Сапегов, рода Сапегов в Ружанском районе. Мы имеем уже на выходе, я думаю, по крайней мере, это замок Пусловских или дворец Пусловских. Там же в Ацевицком районе воссоздана усадьба Калиновского. Если посмотреть на Ивановский район, то именно на музей Наполеона Орды. Вот, и потом Достоевска тоже самое, очень хорошее начало там сделано. Кроме музея усадьбы, в ходе работы Координационного совета были посещены и другие реставрируемые объекты Берестейщины. К примеру, костел в деревне Волчин, где был похоронен последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Уникальный памятник архитектуры, построенный в 1733 году, в середине прошлого века использовался как склад ядохимикатов и топлива, из-за чего были сильно повреждены стены, а специфические запах химии стоит до сих пор. Работы по восстановлению церкви с более чем 300-летней историей проходят и в деревне Вистычи. Каменный храм был возведен при монастыре цистерцианцев. В 1866 году переосвящен в православную крестовоздвиженскую церковь, которая действовала до Великой Отечественной войны. Сегодня, благодаря усилиям всех неравнодушных людей, церковь постепенно начинает возрождаться. Но сделать предстоит еще немало. Нужно сделать так, чтобы в самом деле лет 100 после нас никто ничего не делал. Ибо зачастую мы стараемся где-то сократить свои расходы, а потом видим, что в это не приносит никаких достойных плодов. Потому что со временем нужно все то снимать и опять же делать так, как нужно делать. А нужно всегда делать достойно, красиво, чтобы душа человеческая радовалась, когда она приходит и видит все то достойное, что мы имеем в нашей жизни.
Сотрудники Брестского областного краеведческого музея до реставрации не могли в полном объеме продемонстрировать все имеющиеся в распоряжении учреждения уникальные экспонаты и предметы, представляющие историческую и культурную ценность. Сегодня, благодаря проведенной работе, на территории 6 модернизированных залов можно проследить историю государства от первобытно-общинного строя до первой четверти 20 века. И это еще не финальная черта ремонта. Новые залы, охватывающие события прошедшего века, сейчас активно подготавливаются. Довести до конца начатое – главная цель не только для краеведческого музея, но и для остальных реконструируемых объектов области. Нам надо довести до ума то, что мы начали. Потому что вы видите, я перечислил только малую толику того, что мы за эти годы восстановили и еще не довели до логического конца. Поэтому буду деньги выделяться, но только на продолжение уже, чтобы мы дошли до финиша. Сохранить и передать следующим поколениям уникальные памятники истории, которые без слов рассказывают о героическом прошлом и безмолвно воспитывают и объединяют любой народ – дело непростое, но, безусловно, очень важное и нужное. И государственная политика Беларуси, направленная на сохранение самобытности белорусского народа и национальных традиций, возрождение, сохранение и развитие наследия, обеспечение доступности культурных ценностей для всего населения – залог осмысленного подхода к будущему каждой семьи и всей страны. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. 22-ю годовщину суверенитета отмечает Республика Казахстан 16 декабря. Для Беларуси Казахстан – надежный друг и союзник. Отношения между нашими странами развиваются весьма динамично. Этому способствовало формирование Таможенного союза, затем Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза. Государства выступают с единых позиций на международной арене. День независимости – особый день для граждан страны, символизирующий завершение старого этапа истории и начало новой страницы развития республики. В настоящее время Казахстан является зрелым независимым государством. Международная политика страны направлена на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства. Была проведена огромная плодотворная работа. Статус независимости Казахстана сегодня признали более 120 стран мира. Но одной из первых это сделала Республика Беларусь. По случаю Дня независимости консулом Республики Казахстан в Беларуси Азаматом Аубековым был организован прием с участием губернатора региона Константина Сумара. Суверенному Казахстану 22 года. Это особый день для народа, символизирующий начало новой страницы в истории развития республики. За прошедшие годы Казахстан добился впечатляющих результатов в экономическом развитии и обеспечении благосостояния своих граждан. Стабильность, общественное согласие, ответственный внешнеполитический курс стали надежной основой для роста международного авторитета государства. Свыше 120 стран официально признали и установили дружественные дипломатические отношения с Казахстаном. Для Синьокой братское государство – важнейший стратегический партнер. Этот праздник они пишут вместе с народами и Российской Федерации, и нашей Республики Беларусь. С нового листа, но в то же время сохранил или сохраняя тот базис, который был построен нашими народом Казахстана за многие десятилетия в этой стране. Я должен сказать, что народ Казахстана уверенно строит свое будущее. Руководитель страны Нурсултан Абишевич проводит очень взвешенную политику в плане развития всего народно-хозяйственного комплекса Казахстана. Сегодня Казахстан признан международным сообществом, как современное демократическое государство. Это подкреплено крепким экономическим фундаментом, заложенным в годы независимости. Сегодня общеизвестно, что Казахстан достаточно вошел в число 50 наиболее развитых современных государств. Это являлось главной целью стратегии развития Казахстана на период 2030 года. Мировой политик Казахстан – отечественный надежный партнер. На сегодняшний день отношения Казахстана и Белоруссии развиваются в атмосфере взаимное понимание и доверие. Позиция двух государств совпадает по большому спектру проблем региональной и международной политики.
Это подкрепляется позитивной динамикой контактов на высшем длинных уровне. На приеме по случаю Дня независимости Казахстана собрались официальные лица. Но встречу эту можно назвать встречей партнеров, коллег и друзей. Ведь сколь много общего у двух государств. Пути становления и развития, стратегии преобразований, создание нового общества. Сегодня существовавшая в Казахстане система экономики радикально преобразована. Народ живет в стране с развивающейся рыночной экономикой, интегрированной в мировую экономическую систему. Казахстан – лидер среди стран СНГ и Восточной Европы по привлечению иностранных инвестиций. Этому прежде всего способствовали проведенные в стране реформы во всех сферах, налаживание партнерских отношений со многими странами, в том числе и с Белоруссией и Брестским регионом. Об этом свидетельствует и открытие консульства Казахстана в областном центре Полесья. Казахстан рассматривает Беларусь в качестве близкого друга и стратегического партнера. Отношения между двумя странами развиваются на основе дружбы, взаимопонимания и доверия. Хорошим мостом сотрудничества между нашими странами является белорусская диаспора, которая вносит большой вклад в развитие современного Казахстана. Говоря о экономическом сотрудничестве, хотел бы отметить, что казахстанско-белорусские отношения реализуются в соответствии с программой экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. 2019 года. Последовательные преобразования в Казахстане оказывают позитивное влияние на высокую динамику белорусско-казахстанского стратегического партнерства, опирающегося на прочные традиции дружбы и добрососедства народов наших стран. Эффективное функционирование таможенного союза, формирование единого экономического пространства и практические шаги по образованию Евразийского экономического союза создают качественно новые условия для всестороннего развития обоюдовыгодного партнерства. Это дает серьезную возможность в плане развития не только наших культурных взаимоотношений, взаимоотношений между народами, но в то же время дает очень огромную возможность в плане развития нашей экономики трех стран, развития народно-хозяйственных комплексов трех стран. Я думаю, будет правильно сегодня, уважаемые товарищи, друзья, господа, поздравить народ Казахстана с этим знаменательным событием Днем независимости. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси. В ходе акции руководители областных органов государственного управления, районных исполнительных и распорядительных органов, концернов, банков, общественных объединений посетят детские интернатные учреждения, опекунские приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также детские больницы. Участники акции поздравят детей с Новым годом и Рождеством и вручат им подарки. Центральным событием акции традиционно станет новогодний праздник в областном центре молодежного творчества, на который будут приглашены дети в возрасте от 8 до 14 лет из всех районов Брещины. Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских общественных объединений и организаций, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Акция «Наши дети» направлена на оказание помощи и поддержки детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании государства и общества. Международная конференция по вопросам сотрудничества белорусских и шведских общественных организаций и государственных структур в сфере профилактики рискованного поведения подростков и молодежи собрала вместе тех, кто непосредственно связан с этими проблемами. Людей, которые во главу угла ставят борьбу с так называемыми молодежными пороками. Сотрудничество Брестского региона и Швеции в социальной сфере продолжается уже более 10 лет. Реализовано огромное количество проектов, которые охватывают широкий спектр проблем. Наркомания и пьянство среди подростков, проблемы психологического профиля и табакокурения. По совместным наработкам изданы методические пособия. Только сообща можно добиться положительных результатов в решении подростковых проблем.
24 октября текущего года вступил в силу новый закон об ужесточении принимаемых мер в отношении водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Согласно документу, повторное в течение года подобное нарушение влечет за собой уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства, наложением штрафа и запретом на управление автомобилем. С момента начала действия нового закона прошло немногим более полутора месяцев, но уже сегодня в области задержан не один так называемый водитель-повторник. Выездное судебное заседание по одному из дел, которые были заведены по данным нарушениям, состоялось в управлении ГАИ. Итог судебного разбирательства – 2 года исправительных работ с удержанием в пользу государства 20% заработка, 5 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, и специальная конфискация автомобиля. Профилактика в деле предупреждения подобных нарушений – важнейший шаг на пути к безопасности дорожного движения. На прошедшем открытом судебном заседании присутствовали курсанты автошколы, будущие водители. К сожалению, такие кадры, я знаю, я сама из деревни, я знаю, что у нас таких кадров полно, которые без прав в состоянии алкогольного опьянения гоняют. Поэтому ситуация, конечно, ужасающая. Считаю, что данные материалы должны быть активно в общественности внесены. То есть всевозможные источники должны проводиться профилактики, потому что это чаще всего школьный возраст, в деревнях, где садятся молодые люди, в таком же состоянии, на дискотеке, где-то у отца машину забрал, с тех пор начинается эта стадия безответственности. Конечно, отношения негативные, сама не злоупотребляю, даже не позволяю себе и понимаю, что действительно это очень большая ответственность. В городе Радбугом состоялось первое заседание Координационного совета по реализации положений соглашения между правительствами Беларуси, Украины и Польши о создании трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». Проект был создан в 2011 году на базе особо охраняемых природных территорий Прибужское Полесье, Западное Полесье и Шацкий. Главная цель своеобразного узла экологических сетей – сохранение целостного природного комплекса с уникальными природными ценностями, который является важнейшим элементом общеевропейской экологической системы. Ценность Западного Полесья колоссальна, поэтому сбережение природных экосистем региона – первостепенная задача, которая стоит перед правительствами 3 стран. Мы хотим обсудить планы управления, создать рабочие группы по дальнейшей работе, и, соответственно, наметить план работы на ближайший год. Мы решили, что каждый год совет будет собираться в одной из стран по очереди и будем обсуждать, как выполняются наши планы и намечать планы на будущее. Грамотный подход в реализации управления экологическим объектом дает надежду на то, что девиз трехстороннего трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье» – 3 страны, 1 Полесье – будет основополагающим принципом сотрудничества 3 стран. Еще одно важное событие в городской жизни прошло на этой неделе. Не рассказать о нем просто нельзя, потому что главные герои, правильнее сказать, героини – женщины. Умницы, красавицы, любящие и любимые, деловые и трудолюбивые – женщины, которые умеют многое и знают, что у них все получится. Это члены городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». По традиции, в конце года они собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с наступающими праздниками, обсудить дела насущные. Но был и другой повод. Лидеры женского объединения провели отчетно-выборное собрание. О том, как проходил форум активисток, а поверьте, все было не так, как на официальных собраниях, расскажет Лариса Осмолович. Если попытаться описать современную белоруску одним словом, выбор пал бы на слово «красавица». Именно оно, на взгляд автора всего материала, точнее всего отражает и внешние облики, и внутреннее состояние наших женщин. А еще они несомненные лидеры. Не в плане руководства, а в плане активной жизненной позиции. Собравшиеся на отчетно-выборное мероприятие Брестской городской организации Белорусского союза женщин, тому явное подтверждение. Педагоги и врачи, руководители предприятий и труженицы этих предприятий, многодетные мамы и ветераны труда, их жизненной позиции, энергии и оптимизму можно позавидовать. Они умеют в любое дело привнести толику праздника, и форум свой организовали также. Вместо скучных докладов и отчетов интересные выступления, рассказывающие о том, как нужно и как можно помогать и себе любимым, и окружающим людям. Дела брестчанок достойны внимания, и это отмечается на самом высоком уровне, на самых престижных республиканских конкурсах. Брестские женщины, они отличаются, наверное, больше какой-то темпераментностью, может быть, потому что они ближе к Западу, больше какой-то продвинутостью
не только в общественной жизни, а еще и в жизни руководительской. Ну и что еще сказать про брестских женщин, что они настоящие женщины. Брестская организация наша областная активно участвует во всех проводимых мероприятиях, во всех акциях, которые проходят и в республике. Мы проводим отдельно свои акции. Я хочу сказать, что мы активно работаем по акции «В Беларуси ни одного брошенного ребенка». Мы активно работаем с детскими домами. Мы проводим много мероприятий, в том числе и городская вот, организация Брестская и первичная организация города Бреста проводят много мероприятий с женщинами, которые воспитывают детей-инвалидов. Белорусскому союзу женщин уже более 20 лет. За это время организация объединила порядка 200 тысяч женщин, неравнодушных к чужим проблемам и бедам, способных помогать тому, кто в этой помощи нуждается. 140 первичных организаций союза созданы в городе Бресте. В большинстве трудовых коллективах, учебных заведениях и по месту жительства. Благотворительные акции, концерты, слеты и семинары, которые проводят инициативные брещанки, интересны и актуальны. Но есть главное – они приносят пользу. Принцип таков – взялся помогать – помоги. Учишь чему-то – делай это не просто так. И помогают, и учат, и опыт передают. Под патронажем Брестского союза женщин, многодетные семьи и трудные подростки. Они собирают средства на лечение тяжелобольных малышей. Они в буквальном смысле слова ведут за руку талантливых ребят к победам на конкурсах и соревнованиях. Ведь они мамы, и их любви хватает не только на своих, но и на других детей. Добрых дел, как известно, наши женщины и брестчанки особенно творят очень-очень много. Даже в словах этого гимна белорусских женщин так проникновенно поставлены определенные задачи. И понимаю, что перед всем союзом женщин и, в частности, перед городской организацией, вы активно проводите свою жизненную позицию среди всех женщин, которые объединены в первичной организации, всех женщин, которые объединены в клубы, всех женщин, которые объединяются под крылом городской организации женщин. За отчетный период 2011-2013 год все цели и задачи, которые мы поставили, в основном мы их выполнили. И в первую очередь я хочу поблагодарить всех членов правления. Настолько подобрался хороший состав, и конкретно в своей работе каждый видит то, чем он должен заниматься. Дублирования нет ни в коем случае. Работа была на самом деле системной, планомерной, четкой и грамотной. В чем задача союза? Помочь женщинам раскрыть свои профессиональные и деловые качества, поддерживать их предпринимательскую инициативу, давать возможность активно участвовать в решении социальных проблем, создавать условия для общения и взаимной поддержки, для благотворительности. Это цели, к которым будут стремиться брещанки и на новом этапе своей работы. А возглавит организацию по единодушному согласию Алла Старикевич, которая в течение 2 лет вела и направляла работу Брестской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Цели масштабные, ответственность не меньше. Но берестейки всегда открыты для новых начинаний, идей и добрых дел. Поэтому их созидательная энергия помогает делать мир вокруг нас лучше. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. Работы, сделанные своими руками, ценились во все времена. Считается, что в каждую мастер вкладывает частичку себя, своей фантазии и души. Именно поэтому хендмейд-поделки всегда желанны. Особенно пользуются спросом такие работы перед рождественскими праздниками, когда очень хочется порадовать своих близких и любимых чем-то необычным. Сегодня в бизнес-центре «Дидас Персия» начала работу новогодняя благотворительная выставка-ярмарка брестских мастериц. Необычное название говорит само за себя – «Ярмарка чудес». Здесь представлены украшения, изделия из глины, работы в технике скраббукинг, а также бижутерия, валяние, авторская кукла. А пожертвования, собранные на экспозиции распродажи, пойдут на лечение тяжелобольных детей. В атмосферу добра, любви и искусства окунулась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Она и продолжит тему. К
Как известно, чудеса случаются под Новый год. Выставка-ярмарка тому подтверждение. Создается ощущение, что в каждой мелочи присутствует некая сказочность и необычность. Работы, представленные на экспозиции, не могут не удивить. Яркие вышивки и вязания, новогодние сувениры и украшения, авторская бижутерия и декупаж. Кто-то из мастериц выбрал путь ремесленника и постоянно занимается творчеством. Кто-то успешно совмещает рабочую, трудовую деятельность с хобби, которое дарит окружающим только положительные эмоции. Увлечение появилось еще, наверное, с детства, как только появился бисер. А потом уже, когда немножко вошла в колею, уже начались книжки у нас продаваться в Бресте, и интернет появился, уже как-то больше развиваться начало и больше, более серьезно переходить. Я считаю, что это очень важно, потому что вот как бы здесь наша организация, вообще вот этот Брест Мамин Форум, здесь нет никакого подвоха. Выбирается определенный ребенок, все знают его, все это, и конкретно знаем, что деньги уйдут именно этому ребенку. И это очень важно, хоть как-то, если это очень часто будет проходить, я думаю, больше человек сможет в этом участвовать, и большим детям мы можем помочь. Это куклы, сделаны они из ткани, текстильная кукла. Увлечение – это то, что мне хочется делать. Мне хочется его было сделать. Йога – это йог, встречает Новый год. Я его сделала. Настоящий Эдем рукодельницы создали в бизнес-центре «Дидас Персия». Более 50 мастериц собрали огромную выставку-ярмарку. Возможно, поэтому в холле так много посетителей. Одни спешат прикупить необычный подарок своим близким и родным, поэтому тщательно выбирают сувениры у прилавков. Другие, словно в музее, все пристально рассматривают и беседуют с мастерицами по поводу техник, консультируются и обмениваются опытом. Организаторы выставки постарались на славу. Все для того, чтобы не просто продемонстрировать, на что способны берестейские кудесницы. Это хороший способ привлечь внимание к тяжело больным детям, которые нуждаются в финансовой помощи. На территории нашего центра, территориального центра социального обслуживания населения Московского района, 3 отделения дневного пребывания для инвалидов. И уже 4-й год подряд мы сотрудничаем с интернет-форумом родителей Бреста, которая регулярно перед Новым годом и перед Пасхой проводит выставки-ярмарки, благотворительные выставки-ярмарки. Собранные средства направляются на поддержку детей-инвалидов. Идея впервые возникла 4 года назад, когда мамы, которые объединились на интернет-форуме, решили провести ярмарку. И чтобы эта ярмарка носила какой-то характер не только выставочный, а еще и благотворительный характер, мы решили помочь детям перед Новым годом. 4 года назад мы собирали деньги для Пинского дома ребенка. В этом году мы собираем деньги для конкретных детей, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. Выставка-ярмарка будет радовать брестян и гостей города над Бугом еще в воскресенье. У всех желающих есть уникальная возможность приобрести необычные новогодние и рождественские сувениры, а также внести свою лепту в благородное дело и подарить маленькому нуждающемуся человечку мечту и счастье. Новый год – время, когда каждый ждет чуда. Подарите его друг другу. С приходом зимы по всему миру началась установка главного атрибута празднования Рождества и Нового года – рождественской ели. Однако не везде растет эта вечно зеленая красавица. Например, в Африке вместо елок украшают баобабы. В Мексике наряжают пальму, вокруг которой раскладывают подарки. А греки не представляют Новый год без гранатового дерева. В нашей стране уже на протяжении 500 столетий традиционным и главным символом новогодних гуляний является елка. Откуда взялся обычай украшать это вечно зеленое дерево и сколько лет нужно расти пушистой красавице, прежде чем она заполнит душистым ароматом хвои наши дома, расскажет Виктория Драгобецкая. Смотрите сюжет со звучным и волшебным названием «В лесу родилась елочка». Сегодня без красавицы елки невозможно представить ни одно новогоднее мероприятие. На детских утренниках вокруг нее водят хороводы. На торжественных концертах она всегда приносит ощущение праздника. На городских площадях зеленая царица напоминает о приходе Нового года. А дома под пушистой покровой ели Дед Мороз приносит заветные подарки. Мало кто знает, что обычай украшения вечно зеленой красавицы в Новый год пришел к нам из Германии. Эта традиция была заимствована великим русским реформатором Петром I. И сегодня елка является главным символом Рождества и Нового года. На этой неделе в городе над Бугом завершилась установка новогодних красавиц. Однако, прежде чем украсить площади и заполнить пространство квартир душистым ароматом хвои, елка проделывает долгий путь от лесной плантации до нашего дома. Только когда вечнозеленому дереву исполнится 7 лет, его можно срубить. Но прежде их выращивают в Брестском лесхозе.
Мы с вами находимся на плантации новогодней ели в квартале 133 Каменецкого лесничества Брестского лесхоза. Плантация была заложена в 2006 году и сеянцами ели обыкновенной, двухлетками. На сегодняшний день, вы видите, уже ей 7 лет, и вот она уже готова к реализации. Ареал распространения ели заканчивается в Барановичах, но у нас она растет, и растет успешно. Незаконная порубка деревьев, в том числе и новогодней ели, это является составом административного правонарушения по статье 15.22 Кодекса об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена, ну, в зависимости от группы лесов, этот от 5 до 50 базовых величин. Учитывая, что предыдущим, так сказать, работникам лесхоза четко определены цены, которые варьируются от 40 до 100 тысяч, то могу только назвать, согласно постановлению 1073, одна стоимость одной новогодней ели обойдется одну базовую величину, то есть 130 тысяч. В этом году по Брестской области планируется реализовать около 25 тысяч зеленых красавиц. Приобрести величественную царицу торжества можно будет на новогодних ярмарках, которые с 20 декабря станут настоящим подиумом хвойного великолепия. Основная ярмарка будет проходить по улице Гоголя. С 20 числа Брестский лесхоз начинает реализацию данных деревьев новогодних. И с 27 числа будут еще дополнительно открыты места по реализации. Подходите, пожалуйста, заблаговременно, покупайте елочку. Не оставляйте это мероприятие на последние дни перед Новым годом, потому что получается потом очень сильный ажиотаж, столпотворение, и в результате это ни к чему хорошему не приводит. Наши елочки будут все время свежие, и если правильно ее хранить, она прослужит долгое время. При выборе лесной красавицы нужно обратить внимание на елку с гибкими и эластичными ветвями, поскольку сухие будут ломаться и даже могут стать причиной пожара. Ведь некоторые из нас для придания атмосферы волшебства и сказки зажигают на пушистых лапах свечи, напрочь забывая о мерах предосторожности. Для иллюминации новогодней елки можно применять гирлянды только заводского изготовления, мощностью лампочек не более 25 ватт. Конечно, рядом с лампочками нельзя размещать легковоспламеняющиеся материалы. Это и вата, и камыш, и бумага. То есть вещества, от нагревания которых от лампочки может произойти пожар. Покупка, установка и украшение елки – очень торжественный ритуал, который мы совершаем каждый год. Когда лесная красавица появляется в доме, это настоящие праздники для взрослых и для детей. Дом сразу наполняется запахом хвои и ожиданием чуда. А что может быть приятнее в преддверии Нового года? В лесу родилась елочка. Слова этой старой-старой детской песенки весьма популярны и по сей день. Ее поют и дети, и взрослые. Малыши ждут чуда, а мы с ностальгией вспоминаем свое безоблачное детство и тоже ждем чуда. До Нового года осталось 17 дней. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего телеканала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь, добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы. На территорию нашей страны начнут поступать теплые воздушные массы атлантического происхождения. На Брещине будет пасмурно, ночью пройдет мокрый снег. Этот воскресный день будет отмечен туманами, гололедом, отдельные участки дорог останутся скользкими. Ветер ночью переменных направлений, днем западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью не более 3 градусов тепла. Днем столбики термометров также не поднимутся выше отметки 3 градусов.
понедельник, 16 декабря, ночью на большей части территории, днем местами по области прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах образуется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Термометры покажут в течение суток от 2 до 4 градусов выше нуля.